Всем привет! Мы находимся в фитнес-центре «Адреналин». Меня зовут Алексей. Я покажу вам сегодня одну из самых эффективных тренировок. Итак, приступим. Начнем из одного из самых сложных упражнений – это подтягивание в гравитроне. Подтянуться может здесь любой человек. Выбираем согласно своего веса противовес и приступаем к подтягиванию. Плечи не поднимаем, пытаемся свести лопатки. Выдох. Опускаемся. Раз, два, три. Не расслабляя спину. Снова выдох. Опустились. Еще несколько раз. Локти в стороны. Затем, когда у нас закончились силы, вы можете себе помочь с помощью дополнительного разгружения веса. И продолжаем. Нагрузку не бросаем. Всегда мышцы в напряжении. Закончили. Очень хорошее упражнение для мышц спины. Выполнять его нужно 3-4 подхода на максимум повторений. Переходим к другому тренажеру. Приступаем к упражнению номер 2. Жим ногами в тренажере. Первое, что нужно сделать, это отрегулировать платформу согласно своего роста. Далее добавляем дополнительное отягощение. И приступаем непосредственно к выполнению. Выставляем ноги немножко выше середины платформы. Поясница должна быть прижатой. Ноги до конца не выпрямляем в коленных суставах. Работаем в режиме 1 к 3. На 1, 2, 3 мы опускаем платформу подконтрольно и выжимаем. До конца ноги не выпрямляет. 1, 2, 3. Самой частой ошибкой бывает то, что люди не контролируют вес платформы и просто роняют его. Это очень травмоопасно. Поэтому мы должны контролировать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пятки не должны отрываться от платформы. Закончили, поворачиваем ограничитель. Это упражнение необходимо выполнять в диапазоне до 20 повторений. 3-4 подхода с весом, который вы можете сделать в правильной технике. А мы переходим к следующему тренажеру. Поехали. Мы готовы уже к упражнению номер 3. Жим на скамье в тренажере Смита. Упражнение предполагается для мышц груди. Приступаем. Ложимся таким образом, чтобы штанга была на уровне груди, середины груди. Выставляем хват, чтобы был угол 90 в локте, когда мы будем совершать движение. Лопатки немножко сведены, поясницу не отрываем. Поворачиваем рукоятки и начинаем опускать. Раз, два, три, небольшая пауза. Зажимаем мышцы груди. До конца локти не выпрямлять, это ошибка. Опускаем. Раз, два, три, небольшая пауза. Выдох. Держать. Раз, два, три, выжимаем. Мышцы груди всегда в напряжении. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Локоть всегда находится под штангой. Раз, два, три. Одна из самых распространенных ошибок. Локти пытаются увести
на плечи. Та ошибка. Опускаем. Раз. Вертикально вниз. И мощный вверх. Завершаем разминочный подход. Будем добавлять еще вес. Ну что, первый рабочий подход. Приступаем. Поясницу прижали. Ноги в упор поставили. Снимаем штангу. Оп. И работаем в режиме один к трем. Раз, два, три. Очень важный момент, чтобы ваши кисти не прогибались под весом штанги. Они должны быть жестко стоять в упор. Значит, когда будут большие веса, будут болеть запястья. Поэтому сразу тоже фиксируем, контролируем, чтобы мы смогли выжимать прямой кистью. Если вы хотите плечи размером с пушечные ядра, переходим к четвертому упражнению. За мной. Упражнение номер 4 для мышц плеч. А именно дельтовидных пучков передней и средних пучков. Вставляем скамейку согласно своему телосложению. Нажимаем ногой рычаг. Вставляем ладони, чтобы локоть был в одной плоскости с рукояткой. Вот, выставили. Ногу отпускаем. И начинаем делать движение вверх. Отпускаем медленно. Раз, два, три. Снова опять же этот режим один к трем. Отпускаем подконтрольно, не бросать нагрузку. И выжимаем мощно. До конца локти не вставляем. Раз, два. Начинаем добавлять весотягощение. И начинаем делать первый рабочий подход. Сконцентрировались. Принимаем стартовое положение. Опускаем. Дельтовидные мышцы любят многоповторный тренинг, поэтому используем диапазон от 12 до 15 повторений. До минуты отдыха и приступаем к второму рабочему подходу. Не забываем об одной еще самой важной вещи во время тренировки – это питьевой режим. Восполняем воду в организме каждые там, 5 минут по 2-3 глоточка. Не заливаем в себя, а должна поступать вода как капельница. Постепенно. Ну что, готовы? К следующему подходу. Все под контроль. Нажимаем.
что, друзья, на сегодня все. Думаю, что эта информация будет кому-то полезной. Время быть в форме. Это фитнес-центр «Адреналин». Всем спасибо. До свидания.